Всем привет, с вами Дмитрий Михайлов, вы на моем канале Comment By. Сейчас перед вами печка Nordica Carillon 8 кВт. Печка с керамической ставкой внутри, печка, которая поворачивается. Сейчас вам покажу как. У нее можно легко менять угол обзора. Этот звук тоже решается. Она есть, я ее просто не смазал. И у нее одно преимущество, несколько, конечно, преимуществ, но у нее преимуществ. Вот эту дверку можно перекидывать слева направо, справа налево. Заказчики уже, которым я монтировал эту печку и монтировал дымоход, ее запускали, не разобрались с регулировками. Что я буду делать? Я ее сейчас запущу, посмотрю, обоснованно ли я поставил шибер, посмотрю, насколько она герметична, вы все это увидите, все будет перед вашими глазами, увидите горение, потому что мне очень важно, у меня один плейлист, подписан на мой канал, чтобы посмотреть мои плейлисты, где я именно от нуля, от розжига, от той точки, когда положили дрова, разожгли и заканчивая, когда уже угли лежат. Для меня очень важно, потому что мне интересно узнать, как горят печки. Я ее запускаю, а вы смотрите. Сейчас производим первый запуск. Вот только что закрыл дверь. И начинает разжигаться. Это с нуля. Сейчас поработает минут 5. Увидите, как разжигается, увидите, как стекло коптится или нет. Самому интересно. Шибер открыли. Тяга есть, слава богу. Еще для тех, кто не определился, старайтесь вытянуть дымоход на 4 метра. Меньше 4 метров проблемы с тягой. Тяга нестабильна, как правило, и не будете довольны. Ну, рожек пока ровно, стекло чистое, не коптится. Посмотрим. Скажу так, стекло здесь не запотело, здесь две причины было. Во-первых, перед этим хозяйка дома почистила его, но как бы не было, даже после чистки оно тоже может коптиться. Здесь сейчас стекло ровно, никакой копоти на ней не было, разгорается, тяга стабильна, никаких перебоев нету, все ровно работает. Давайте сейчас я на этом буду заканчивать на первом этапе, вы все видите от нуля, от запуска, а через полчаса я сделаю еще один обзор. Ну, поэтому, вот как сейчас горят дрова, как бы мне нравится, как она работает, реально. Немножко тушит, то есть не вылетает все в трубу. Ну, это за счет конструкции уже печи. Так, сейчас мы произвели вторую закладку дров. Прошло минут 20. Сейчас покажу поближе. И уже после этой закладки, уже в конце, я вам покажу, как играет пламя и как регулирует горение и влияет вообще вот эти регулировки нижние и шиберная заслонка на работу. Вот такой рожек сейчас происходит. Дымоход еще теплый, еще 40 градусов даже нету. Я сделаю замеры по нему, пирометром возьму, пробью по температурной режиме. Это все потом. Прошло уже минут 40-50 после того, как мы запустили этот аппарат Nordica. Предварительно могу делать выводы, но сейчас давайте я закрою на подачу воздуха на камеру сгорания. Вы посмотрите, как она реагирует. Стекло, скажу так, не реагирует вообще. Сейчас я вам покажу. Давайте со стекла, может быть, начнем. Так. Сейчас я его закрыл. Изменения, смотрим минуту, есть, нету, но я их не увидел. Сейчас стекло немножко очистилось, ну даже не немножко, потому что в процессе горения закоптилось стекло где-то, ну, примерно 2/3 площади всего стекла. А сейчас особенно самые больные места здесь были, плохо свет, здесь для обзора не очень хорошо. Вот здесь вот полностью затемнение было, если посмотреть под углом, да, вы видите, видите вот эту вот полоску, одна, и с другой стороны вторая. В процессе горения разгара где-то через минут 20-30 начало коптиться. Но сейчас все вроде бы ровно, все отлично. Центр весь прогревается, вопросов нету. С боковинок нет, видите, не доходит. Сейчас, после этого я сейчас закрою.
Дениса говорит, что сейчас. Знаешь, я потом почитал. Не ощущаешься. Так, и сейчас шибер на заслонку. Так, давайте, сейчас открыто у нас полностью, да? Да, открыто у нас подача воздуха в камеру сгорания. Сейчас я закрыл. Смотрим. Вывод следующий. На стекло должна быть всегда за открыта подача воздуха. Всегда. Потому что как только закрываешь, сразу начинает коптиться стекло. Не экспериментируйте. Это конструктивная особенность, никуда от нее не деться. Это технические решения. А сейчас на дальнем плане, вот видите, воздух подается, он завихрение есть. Это отверстие, туда подается воздух. Мы его сейчас ограничили, и за счет этого уменьшается тяга, конечно, и кислород. А сейчас я, про что вам говорил, шиберную заслонку перекрою, и вы увидите разницу. Сейчас я повернул под 45 градусов шибер. Уменьшается горение. Сейчас пламя начинает играть. Вот это сейчас реально красиво. Без шибера нет такого наслаждения. И сейчас я его полностью перекрою. Вы должны понимать, что он не перекрывается полностью, он там 25% площади остается открытым. Вот это сейчас называется игра пламени. Вот, она красива. Поэтому к этой печке шибер должен быть обязательно. Супер. Так, сейчас я поменяю положение. Подачу воздуха в камеру сгорания в нижнюю точку. Через зольник воздух пошел. Посмотрим, как реагирует. Реагирует минимально. Ну и реально здесь все решает шибер. Так, по этой печке после запуска могу сделать следующие выводы. У печки очень большой плюс, то что у нее поворотный стол. Вы можете регулировать влево поворот, вправо, там, на улицу вывести, на диван, на кухню, куда хотите. Но эта печка не работает без шибера. В этой печке должен быть обязательно шибер. Работает регулировка для подачи воздуха в камеру сгорания снизу. Если в комплексе камеру сгорания и шибер, тогда печка, ну, реально классно играет пламя, замедляется, ну, игра такая, да, появляется, ну, никак без этого. На стекло, сейчас стекло, вот эта проблемная зона у нее, здесь постоянно есть копоть, это в районе 2-3 сантиметров по краям коптится стекло. Никуда от этого не уйтись, это, видимо, конструктивная особенность печи, центр весь чистый. Я пытался в процессе розжига где-то через полчаса закрывал эту регулировку на стекло. Что произошло? Начало где-то 2/3 площади стекла полностью закоптилось. Но мне это очень не понравилось. Я потом открыл, через минут 10 она очистилась. Поэтому вы все видите. Очень большой плюс у этой печи то, что у нее, конечно, керамические панели внутри, дымоход. Сейчас посмотрю. Я дымоход трогаю, то есть это в районе где-то 80 градусов утепленный. Шиберная ручка, легко дотрагиваюсь, я поэтому ее удлиненную сделал. Можно легко ее трогать. Печка красивая. Вот, вы платите за вот эту красоту и за поворотный стол. Это мой чисто субъективный вывод. Тепло ли будет? Ну, конечно, будет тепло. Никуда вы от этого не денетесь, она очень сильно греет. Можно в разных режимах ее использовать.
эстетика здесь на первом месте, потому что комната идет на сдачу, вернее домик идет на сдачу, и если мы откроем вот этот вот план, посмотрите, как красиво. Супер. Потом, когда это можно было вывести на улицу, находиться возле озера, ну, просто фантастически. Это очередной вывод, это дизайнерская вещь, это красиво, супер. Просто так, ну, глаз радует просто. Очень красиво. Поэтому для себя делаю вывод. Я был правшибером, он необходим. Все, с вами был Дмитрий Михайлов. Коммент бай, подписывайтесь на мой канал. Заказывайте монтаж дымоходов. Пока.